Всем привет, с вами Лиса, и совсем недавно я решила создать свой канал на YouTube. И это видео будет служить моей визиткой. Я расскажу о себе, то, чем я занимаюсь, как я провожу время. Я считаю себя очень творческим человеком. Я занимаюсь созданием креативных фотографий, в которых я выступаю в роли модели, дизайнера, очень часто гримера. Я сама шью костюмы, создаю себе макияж, прическу. С фотографом мы обсуждаем место, и в итоге в результате получаются интересные снимки, которые вы можете увидеть. Процесс создания этих снимков вы можете увидеть как раз в видео, которые будут на моей странице. Помимо этого, я люблю танцевать. Я занимаюсь диаметрально противоположными видами танцев. С одной стороны, это пластика, стрип-пластика, гоу-гоу. С коллективом мы выступаем в клубах. Видео за кулисами вы сможете увидеть также на моем канале. И с другой стороны, абсолютно недавно я только-только начинаю заниматься историческими танцами. Это балы. Чем они меня пленили? Замечательная атмосфера. Галантные кавалеры, прекрасные дамы в платьях, которые также приходится создавать самой. Их я шью, готовлюсь к каждому балу. И то, как происходит процесс создания платьев, вы тоже сможете увидеть на моем канале. Я буду записывать абсолютно все, что я делаю в рамках своего творчества. Я думаю, это будет интересно. Помимо танцев и фотографий, я занимаюсь еще косплеем. В принципе, это что-то среднее между фотографией и созданием каких-то костюмов, платьев, которые я шью к балам. Потому что я все привыкла делать сама, и все костюмы для косплея я шью сама. Жмите на кнопочку подписаться, и вы не пожалеете.